Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Каспийске, в предместках Махачкалы в Дагестане, на Анжи-арене, где сегодня совсем скоро начнется третий по очереди матч 30-го тура МЛПЭТ первой лиги. Вся левая бровка за номером 77 Павлом Котовым, вся правая за 70-м Алексеем Берниковым. В центре полузащиты ромб, составленный из номера 65-го Владимира Москвичева. В штрафной Залимхан Юсупов будет выцеливать, но это не иска, однако скачет мяч, еще есть возможность для удара. Небольшая суета возникает, и вот он, дальний удар, но это не опасно для Голубева. Хорошая полноценная атака и аплодисменты, разумеется. К таким манерам мог Калугин остановить. Подача, здорово, удар поворотом перед собой, мяч отражает. При стандартах и у своих, и у чужих ворот. Красильниченко тут же из-за боковой. Борьба на втором этаже также под скидку. Атабаев, подача на дальний угол вратарской. 1-0! 1-0 Динамо! И неужели Зайнивов? Подача эрбола Атабаева опережает Котова, Зайнивов и 1-0! Здорово отработал эрбол Атабаев, не стал затягивать с подачи, хороший загруз мяча на дальнюю штангу. И проигрывает Котов борьбу Алимхану Зайнивову. 1-0. Пока, если о чем-то можно говорить предметно, так это о том, что у нефтехимика проблемы со скоростью. Продолжаются ошибки, перехват, удар! Ах, как это было близко! И прекрасно понимает это Глушков. Юсупов назад. Что, удар? А почему бы и нет? Эрбол Атабаев, это правда правее ворот. Юсупов, статика, подача. Или удар поворотом! Удар поворотом, 2-0! Сюрприз, сюрприз! Хорошего настроения в этом не ждал. Проспал, проморгал этот удар, зевнул Голубев. В последнюю секунду... И здорово налево атаку разворачивает Котов. Навес, удар поворотом. Во второй же раз удар получился, откровенно говоря, не точным и не опасным. Гаджимурадов. Удар, это рядом со штангой. Мяч оказывается у Голубева и звучит финальный свисток, закрепляющий уверенную игру махачкалинского «Динамо» конкретной победой.